По данным Якутского управления гидрометслужбы, оперативных групп Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия и информации единых диспетчерских служб муниципальных районов на территории республики паводковая ситуация следующая. На реке Лена активная фаза ледохода распространилась на территории Хангаласского, Намского, Усть-Алданского, Кабяйского районов и на территории города Якутск. На территории Ленского, Алекминского, Хангаласского районов наблюдается понижение уровня воды. Нижняя кромка ледохода наблюдается ниже поселка Сангар Кабяйского района. У села Арбын Намского района наблюдается повышение уровня воды. Затоплено 5 дворовых территорий. На реке Алдан активная фаза ледохода проходит на территории Усть-Алданского района. Нижняя кромка ледохода вышла на устье. На реке Вилюй активная фаза ледохода проходит на территории Вилюйского и Кабяйского районов. Ожидается выход волны вскрытия реки Вилюй на реку Лена. На реке Колыма активная фаза ледохода проходит на территории Верхнеколымского и Среднеколымского районов. На реке Яна на участке Верхоянск-Батагай наблюдается разводье. Ожидается вскрытие реки на этом участке. На реке Индигирка и ее притоках преобладает подъем уровня воды, отмечается закраины и вода на льду. В ближайшие сутки-двое прогнозируется дальнейшее повышение уровней воды.